Если три русских государства, Российская Федерация, Украина и Белоруссия, не объединятся, деградация стремительная, вот сейчас, которая будет, она будет только нарастать и приведет к коллапсу вообще всего русского народа, всех его частей. Независимо от того, кто там что-то себе воображает, он там литвин там, или там незалежный украинец, или там россиянин, без разницы абсолютно. Только объединившись, мы можем воссоздать свою страну, свое государство, свой народ. И получить какие-то перспективы для развития, а не положение вымирающих тузенцев, болтающих на пиджин инглиш. Еще там отдаленно помнящих, что их дедушки и бабушки что-то на каком-то странном языке говорили, вроде как на русском.